Блять, ебанутая сука! Копыла, блять! Ты чё вообще охуела, блять? Сука, вытащил оставшиеся осколки, потом пролез в дыру, образовавшуюся на месте нижней панели наружного окна. И... Великобритания будет настаивать на более жестких экономических санкциях в отношении России. Блять. И наказание за действия в Крыму, заявил глава МИДа Великобритании Уильям Хейт, пишет Гардиан. По его словам, премьер-министр страны Дэвид... Мама дорогая. Блядь.